Доброго времени, дорогие друзья! Мы продолжаем вас знакомить с чудесами нашего магазина. И сегодня расскажем вам подробнее вот о таких талисманах и оберегах из Алтая. Все они выполнены вручную из горной алтайской кедровой щепы. Вот можно остановиться на некоторых поподробнее. Вот такой вот талисман. Это могучий воин Алып. Поможет вам в достижении целей, будет сокрушать все преграды на вашем пути. Вот к этой цели сочетает в себе самые лучшие человеческие качества: храбрость, самоотверженность, силу, доброту. Вот. Когда нужно будет обхитрить врага, или разузнать тайны, или утешить добрым словом, или веселой песней, вот, он тоже может в этом вам помочь. Следующие — это вот такие летящие шаманы. Вообще шаман — это посредник между людьми и духами. Алтайский шаман Кан. Его помощи прибегают люди, у него ищут мудрого совета. Вот, различные душевные травмы лечит, помогает с общением с духами, со стихиями также, с помощью своего бубна. Вот. И поможет вам в различных ритуалах и практиках магических. И вот такие вот талисманчики, которые называются дярыками. Дярык — с алтайского полежка. Это талисманы, которые помогут вам с достатком, с увеличением денег, с различными вообще аспектами финансов. Вот. Принесут благополучие в дом и наделят, если у вас, допустим, свой бизнес, наделят вас чуйкой. Есть вот такие вот дерыки, это семейные, они подходят для благополучия домашнего очага, для тех, кто хочет крепкую семью, детей хороших, то есть и в таких направлениях разных. Есть еще талисман, который для женщин, талисман материнства, вот такой вот. Талисман и талисман с ребеночком. Это для тех, кто хочет хороших деток или вообще, или есть какие-то проблемы с этим. Приходите к нам в магазин. У нас есть еще очень много разных и талисманов.